заметил. Я не умею вивальди. Вивальди это суслятина или кто? Я постоянно забывал. Да-да-да. А чё с Мортки Вофом сам, что обиделся на что-то? Чё Вивальди не хилится? У меня в хил-боте показывает, что у него 30% хп и все. И не повышается никак. У меня то же самое. Да, потому что я кипнул мага. Может быть, да. У тебя забагает спейн. Кто не хилит? Хил-бот. Что если Холипал будет делать квест? Шем. Суммоните или у меня забагалось? Забагалось. Что надо одеть в руки. Дыхание надо с грани в руках получать. Она просто убьет меня, скорее всего. Че, картовый тяжесть надо еще? Лучше всего протопалом делать этот квест. Ты можешь во время дыхания макросом или без макроса менять оружие в руках грань, а потом опять одевать щит. И так под каждое дыхание. Поменял в каст, а потом опять поменял обратно танчишь. Пришла кралька, навела порядок. Сумоньте меня. Одна нога здесь, другая там. Вы че долго собирали? Да. Сколько у вас паладинов было изначально? А ты там Филиппе скинул? Штук 6. 8 было. Ужас. Просто Войт создал паладинов, показал, что очень классно умеет играть. Все стали играть паладинами. Да. Ну че там кралька, к нему приходит? Нет. Ну значит у нас бой забагался. Тогда лети и сдал рано. Краба, краб. Криптохрустов этих пьем. Так как много скиллованных паладинов, я буду просить каплю на 4 дыхания. Все дерьмо Animal Jazz, я не сомневаюсь, что кинут. У тебя протика что нету? Ага. Вот это плохо. И фрешмута нету. Там не то, что просто подбегать, там именно протопам классно и танчишь одновременно, и этот самый квест делаешь. Если на пул нормально дают. Mm-hmm.
Да в ДД его сделаешь там, у тебя шмота на Frost Resist вообще нету, mm-hmm. да? Ну, попробуем захилить, что тут хилить, я костами в тебя буду вхиливать. Там, короче, первые три дыхания, как бы, хил это одно. Первые три дыхания закрыть каплями. Последнее, четвертое дыхание духом закроешь, кинешь духом. Но у тебя на ХП тринки может хотя бы есть. Нет. Вообще печаль. Лошара, что сказать? На том полотене есть. Сука. Чем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут. Чё за хуйня, короче? Вот, типа, нажал отпустить пятый, короче, и он вообще исчез куда-то, нахуй. Он, блядь, называется. Ты как нажал, кнопкой или по фрейму его? По фрейму. Ну, этот его на волю отпустил полностью. Блядь. Там кнопка есть, прогнать питомца. Ей надо отпускать. Пиздец. А, да, отпустить, а ты в списке проверь, там может какие-то есть питомцы. Так, дай этого джуса. Окей. Ну чё ж, сова, блядь. На, держи, надоел. Он стоит, блин, наверху. Мосман. Лапа, собак. Ну там опять, да. Кому СС? Правильно. Кто тут смылся? Хорошо. Скажка-то. Плати на один блок. Вау.
Да я как раз били меня. Кинул. Сколько дыхания надо? 5 раз, блин? Ну, 5. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Правый хорошо, живой еще. Поза пошла. Да. Босс или в сторону? Где? Дайте маны Да. Так зачем глыбу ставить, её ж за ней же прятаться не надо. Пиздец, что за роллы, блядь, 97-98. Где надо, таких роллов нету. Да-да-да.
По диспелю чуму. Ой, я не буду кутить себе. А, Роксер, да? Да. Лично. Еще и щиток подаю тому, кто выносить будет. Обуздай свою ненависть и извлеки из нее толк. Мы вечны, мы несгибаемы. Два хули приста заткнули в сраку хулипала. Извините за выражение. Да я не рулю, я что-то... Что-то на 25-ке у меня не очень идет, не перегоняю. На десятках лучше. Как тебе сказать, на всех боссах? На леди, на саурфанке вообще ничего хилить. Там будет тот, кто быстрее успел в танках остановить. Он будет пока придет. Все тут я сортую. В рейде. Хрен бы его кто перегнал. Даже, наверное, Эршан не перегнал. Че? Все, я сортую. Капарсин, какая у тебя красивая птица. Еще и мятного цвета. Еще одну нашел, пиздец. Так и называется мята. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Она вроде сбивать с ног может. Как этот. Как его пустошитель. Ну да, пустошитель друг. Мне надо все равно этого волка приручать. Отпустил его, убил. Знаешь, где крутого волка можно приручить, Капарсивен? Че? Крутого волка, я тебе покажу, где можно приручить. Под Долораном. Нет, там не там, то говно. Я тебе крутого волка говорю, чтоб ты сам охерел. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Чтобы ты увидел финал, не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего Ну, кто-то анбаф сделал. Только что. Это Альянс. Ардат. Ты? Иди спойте меня. Чё ж ты стоишь, сейчас жди спелю в секунду, не стой. Просто пробежал и назад сразу бежи. Кликом. Экзорцизм у тебя.
Шрам сносит 5000, блядь, мало нахуй. Бля! Фул рейд был с салом, фул рейд, прикинь. Я ромбик поставил. Шам ромби. Уже не вырос, странно. Просто давайте ее потом. Спасите, помогите. Сава, можешь залить маны Рокстеру? Ну ладно, не можешь. Югин на маны. Ваншот. Величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами.
сильнейшие из моих слуг пали под... Сейчас меня прист нечестно перехилил. Костами в танков не хилил, а я хилил. Нанимал упал. Это чисто в личах, что ли? Я на 9-м месте. Лол. Фу, Войд, бля. Маги Валик не били. Чё, Войд? Мы в них летели. Чё ты говоришь, Войд? Я больше тебя вчера убил. Мы идем, скажи, пожалуйста, добивать сейчас РС вчерашнюю или мы новую РС? РС будет после ЦЛК. Так а я дал духов в два раза больше бил. Да, у нас ЦЛК. Ну я сверху не бил дух. Я в Валик больше дал, значит. Я в двух Вальках летел. Я в Бурдалаков больше дал, когда. Дупанули. Учись, Войт, надо сферы дамажить. Старой, блин. Не, ну если их попроку кидать, можно пойти. Че, видали, как квест делается? Без всяких форшмотов, танка шмотов. Ну да. Ну повезло, что много паладинов, а если упало бы не было столько. Ну тогда но... Сосал бы тогда лапку, Войт. Все равно как бы должен делаться без прошпота танка спека. Там с ДД должен делаться этот квест. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Ну что, еще прилив мне упадет? Да, сейчас чисто рейд за меня квест сделал. Все кончено. Сейчас какой бы клятва с тобой упала. Все, маны нету, даже на еру. Тебя вижу, шаман, не бей. Сейчас зло. Че выхилит? А у меня Аркус Гер, ха-ха-ха. Или два кинжала, да. Ё-моё, пол рейда что ли? Давай ролим кулинраж. Сука. Заебись. Изи. Рад тебе. Нафига себе, только пошел сразу такой арбалет. Смотрите, Крис некому отдать. Руги нету, можно инху кинуть, пускай брутит. Вару еще можно кинуть, чтобы он над всеми издевался. Last токен. Прыгайте в портал. Бля, заебись арбалетик, охуенно. Не зря сходил. Ну чё, это самое, ну и по заходу. Сейчас зайду тоже на ПП. Мне там это не полная ИП. Не знаю, можешь на приста кинуть, ладно? Да, хорошо. Квота. А какой у тебя гидр? ШП. 6524. Ого, ничего себе, мне еще далеко. У меня всего-то 5900. Что, все зашли? Нет, я захожу. Нет, я накинул крак. Если еще будет 25 обычка, то я пал, может, пойду по танчу. Посмотрим завтра по онлайну. Я не знаю как. Если туго будет собираться, то не пойдем.
если придут люди, то... Ну, да. А чё, вчера тапки упали и багруха, да? Угу. И колба. А кто тапки забрал? И Аркус. Я забрал тапки. Ага. Зарак забрал тапки. А багруха? Там багруха и тапки с 31 ПР ушли. А, внутри. Капец. Кто-то лишний в рейде. А, бляха, так их не забыл. Блин. Жесткий хан тут я. Угу. Прилив вроде бы ушел за 140 кп.